Друзья, всем привет! Сегодняшняя тема будет посвящена канарейкам. Недавно мы отсадили птенчиков. Ну, вроде бы все, ничего. Но есть много разных нюансов. Сегодня пойдем, отправимся сейчас в студию, где растут и размножаются канарейки. Посмотрим, понаблюдаем. Обговорим несколько нюансов важных. Ну и в дальнейшем все, я думаю, это вам всем пригодится. Будете только рады и всегда вспоминать добрым словом. Что хотел сказать по поводу... Вернее так, отдельно спасибо хотел сказать спонсорам канала. Ребята, спасибо, что поддерживаете. Значит, у кого есть желание стать спонсором канала, можете нажать кнопку. Спонсоризация называется, кнопка с синими буквами. У вас будет тогда возможность заказывать темы, звонить мне по телефону, общаться по WhatsApp, получать консультации по WhatsApp. Ну и, естественно, если вам придет в голову какая-то умная, полезная идея, вы можете обратиться ко мне, я сделаю на эту тему видео, посмотрите. Итак, отправляемся к канарейкам. Здесь в этой клетке находятся самки, которые сейчас на подготовке к размножению. У них будет вторая попытка. Первую попытку они запороли. Здесь перед вами представлен ассортимент гнезд. Друзья, у кого, кто нуждается в гнездах, заказывайте гнезда. Высылаю по России почтой. Цена одного гнезда 250 рублей. Кто много берет, тому сделаем хорошую скидку. Итак, вот наши птенцы. Обратите внимание, здесь пополнение. Вот этот маленький, и вот к нему подпрыгнул еще желтенький. Это уже птенцы другой самочки. А это вот с хохолком, ну, в общем, они постарше. Где? Вот два крупненьких, таких оранжевых. Сейчас. Вот отсюда, если смотреть, хорошо видно. Первый и второй. Одна семья. И первый, второй. Вот сейчас на палке сидят, это одни. А вот те два крупных, это другая семья. Ну и так, что я хотел сказать. Здесь у нас получается так называемый детский сад. Кто-то из подписчиков написал, говорит, отсаживаю малышню в детский сад. В общем так, по поводу питания хотел обратить внимание. То, что вы им насыпаете в кормушку, и есть птенцы крупные, а есть птенцы немножко помладше. Вот эти два, которые крупные, это от одной пары. Их кормила. Их кормили отец, самец и самка. А вот этих вот маленьких, ну, которые немножко помладше, я их только вчера отсадил. Им в аккурат 25-й день. Вот сегодня им 20... Нет, сегодня уже 26-й день. И я обратил внимание, то, что когда я кладу яйцо вареное, то птенцы немножко не понимают, что с ним делать. И я пришел к такому вот способу. Берем яйцо и просто ножом крошим. Режем, мелко измельчаем, и птенцы это охотно стали поедать. А поскольку эти птенцы, которые вот младше, чем те, они сами пришли отсюда, вот со второго номера. Вон их мамаша, и сейчас у них другой отец, я поменял самца. То они вот здесь, через решетку, просили кушать, а самочка подходила и пыталась немножко подкормить. То есть можно... отсаживать вот так, чтобы перегородка была решетка. Они не будут мешать яйца пачкать и будут неподалеку. Самка всегда может подкормить. Вот таким образом он подходит и просит. Сюда подлетает самочка и кормит. В общем, я заметил это дело, что птенцы мои стали немножко, ну, слабо кушать. Те крупные хорошо. И вот такое яичко применил. Значит, сейчас я вам продемонстрирую, если получится, как они это все кушают. Вот, видите, я только поставил блюдце, закрыл клетку, сделал шаг назад, и птенцы буквально накинулись на такое вот мелкое яйцо. И вот их как раз трое, малышни. Более старшие, они, видите, сидят на жердочке, потому что они, ну, они с утра кушали, зерно кушали, яйцо кушали, как бы они крупней, они первей хватают. А вот эти младшие... Ну вот таким способом я вышел с трудного положения. Яйцо вот это вот, которое вы мелко накрошите ножом, можете посыпать
немножко посыпать семенами мака, если у вас есть. Можете посыпать семенами одуванчика, если вы запаслись в прошлом году семенами одуванчика. Если не запаслись, купите в аптеке. В аптеке продаются. Есть в некоторых городах аптеки, называется травная аптека. Там травы продают, у нас тоже есть. Можно там приобрести семена одуванчика. В общем, семена мака, семена одуванчика, они очень хорошо дают пользу развитию птенцов. Они дают массу. Больше, в принципе, ничем присыпать не надо. Ну, может быть и надо, но я не рекомендую. Потом, чтобы не говорили, что Юра предупреждал, мы не послушались. Присыпайте по возможности маком и семенами одуванчика. Так, кто-то скажет сухари, манка. Ну, я бы не рекомендовал, повторюсь. Манка закисает, сухари. Все это не нужно. Вот делайте, как я вам советую, и будет у вас все очень хорошо. Не пожалеете. Так, по поводу, если перемешать с морковкой. Но, смотрите, можно перемешать, но немножко подождите. Пускай вот эти вот малыши... Ага, хотел открыть. Пускай эти малыши немного подрастут уже здесь, в детском саду. Ну, хотя бы пусть им будет... Сейчас. Пускай хотя бы они тут недельки две посидят, более станут самостоятельные. Вот, я вот так сделал, открыл, чтобы сейчас посмотрим, как они будут кушать. И нам их будет видно, сетка не будет препятствовать. Так вот, что касается перемешку с морковкой. Можно, но немножко позже. Почему позже? Потому что вот именно в этом случае птенцы, видите, какие маленькие. Они залазят прямо в кормушку, топчутся там. Может быть, они туда немножко нагадят. Все это перемешивается. Возможно, это может закиснуть, пропасть. Не у всех есть возможность сидеть и наблюдать, что там, чтобы было все идеально чистенько, поменять быстренько корм. Кто-то утром покормил перед работой, и вечером он снова встретил своих канареек. И, а что за весь день там происходило, это уж он-то не знает. Так вот, лучше давайте без всякого салата эти перемешки, это потом. Я имею в виду салат, это если все перемешать, будет каша или как назвать. Вот, когда ваши птенчики более окрепнут и будут уже кушать нормально, они будут с ногами залазить в эту кормушку, то вы им намешаете и с морковкой, и без морковки. Если у вас есть желание покормить морковкой, можете отдельно. К примеру, с утра поставили яйцо, а вечером или во второй половине дня вы на мелкую терку натерли морковку, и птенцы с удовольствием будут кушать отдельно морковку, но... Не забывайте, морковку надо немножко смочить рыбьим жиром. Или витамины А, Д, 3, Е на масляной основе. Запомнили? Рыбьим жиром или витамины А, Д, 3, Е на масляной основе. Это вообще будет шикарно. То есть и морковка усвоится, и птица получит хороший запас витаминов. Вот, пожалуйста. И съедают все, и белок, и желток. Но хотя в этом возрасте на белок можете особо не налегать. Лучше пускай у вас будет желтка в два раза больше, а белка чуть-чуть меньше. Потому как белок особой пользы не несет в себе. А от переедания белка у канарейки может разжижиться стул. Что в нашем случае нежелательно. По поводу поения, если у вас канарейки ваши молодые склонны, допустим, к красному цвету, вы можете в воду добавлять какие-то красители. У кого-то это Витарон, у кого-то это специальные красные красители. То есть это как раз вот в этом возрасте сейчас надо давать краситель, если вы хотите получить красную канарейку. Если вы хотите получить желтую, оранжевую, там белую, зеленую, с красителем можно не заморачиваться абсолютно. Просто даете морковку, даете лист салата, даете одуванчик, мокрицу. И зелень содержит каротин, который естественным образом придаст вашим птенцам насыщенный яркий цвет оперения. Так, значит, по поводу песни. Надо наблюдать некоторые особи,
могут уже в этом возрасте начинать распиваться. Тихонечко, понемножку. Ну, вот у меня, к сожалению, нету возможности сидеть, наблюдать. Но как только у меня выпадет выходной, я обязательно проведу здесь целый день. Буду высматривать, кто поет, кто начинает петь. Вот. Ну и как только вы усмотрели или углядели у своих канареек, у маленьких птенцов, кто уже будет самец, кто склонен к песне, вы знаете, кто поет. Можете пометить его этой зеленкой, можете пометить красным маркером, можете покольцевать. Отсаживаете отдельно. И здесь я бы вам советовал отсадить условных мальчиков, отсадить в большой вольер, такую пролетку. Пускай вот если, допустим, у меня клетка для разведения здесь 55 сантиметров, то отсадите, не поленитесь, сделайте себе такую метровую, допустим, ну вот как эти две. Вот если эти две клетки, вот это будет метр. Можно три клетки, но это, в принципе, уже ни к чему. Пускай у вас будет метр, и высоту сделайте метр, то есть птенец ваш будет лететь, палочка отступает 10 сантиметров, и здесь отступите 10 сантиметров, то есть у него чистого полета будет 80 сантиметров, он полетает. Плюс вверх полетит, плюс по диагонали полетит, там хорошее расстояние, хороший мах, размах крыла будет. То есть это для чего? Это для того, чтобы ваш кеннер, когда вырос, когда стал взрослым кеннером, взрослым самцом, он мог громко петь. Громко петь. Не просто громко, а громко-пригромко. Многие жалуются, что вот купил кеннера, поет тихо. Распоется ли он? Возможно, он распоется, но распоется, это значит, он будет петь часто. Он будет повторять больше колен. Ну а про громкость, друзья, я бы вам советовал мальчиков держать вот первое, хотя бы первое время, чтобы у них при полете, у них, у канареек, у них, получается, укрепляются дыхательные системы, легкие. И потом это им благоприятно влияет на песню, на громкость именно песни. В дальнейшем сниму я материал, специально сделаю ролик, чтобы вот как сделать громкость кеннера. Но это надо учитывать, это очень важно с детства, потому что он вырастет, сформируются у него органы дыхания, легкие, скелет сформируется, и он будет уже такой, как он будет. А если с детства вы будете из кеннера делать спортсмена, то ваш спортсмен потом и выиграет по песне, по громкости песни. Ну, а что касается по красоте песни, по наличию колен, здесь, друзья, на сегодняшний день я лично придерживаюсь. Хорошая песня – это та песня, которая звучит в голове у разводчика. Мы на выставки не ходим. Птиц таких пока не держим. Пока вот, ну, как-то вот все не попадаются, я бы сказал. И дорого они стоят нынче. А вот так тренируемся на маленьких, на обычных, на красивых. Кто-то скажет, дворняжки – нет, друзья, я бы вас поправлю. Это не дворняжки. Это дворовая канарейка с лесным напевом. Так и запишите. Дворовая с лесным напевом. Не забывайте подписываться на канал. Это, кстати, тоже хорошая вещь. Так, еще хочу сказать. Родители. А, не то, что хочу сказать, а хорошая новость. Делюсь хорошей новостью. Родители вот этих двух шикарных птенцов, вот этих двух, стали снова родителями. Вот такая вот получается история. Вот смотрите. Но уже у них получается не два птенца, как в зимнее разведение. А сейчас посмотрим. Минуточку, внимание. Аккуратно просим умницу самочку встать с гнездышка. Сейчас она встанет. Если будете сгонять самочку, делайте это аккуратно. Бывает, иногда яйцо прилипает, самка резко вскакивает, яйцо может выкинуть. Или может птенец там зароется в перышке, она резко вскакивает и птенца выкидывает. Вот, друзья, вот такие вот у нас
вторым ходом пополнения. Это как бы уже получается второй, как сказать правильно? Я на радостях слова забыл. Ну, в общем, второй урожай, это, наверное, будет ближе к огороду, а вот тут второй. Второй. У меня нет слов. Вот такие вот, друзья, у меня новости хорошие. Это что касается этой клетки. Соседняя клетка. Это та клетка, с которой я пересадил этих малышей. Что вот они, малыши желтые. Она пошла на вторую кладку. У нее уже яички есть. Я вам, помните, в предыдущем видео показывал, что вот эти вот разбойники мелкие пачкают яйца. Так вот, яйца я отмыл. Чудесным образом. Все хорошо. Самочка сидит. На нас смотрит. Вот у нее гнездо шикарное. Сверху, на втором этаже, тоже самочка сидит. Но у этой самочки получается рекордное количество яиц. Пока не буду открывать эту тему, потом все покажу, расскажу, подведем итоги. Подведем итоги и акцентируем внимание, почему в зимнее время, вот там они сейчас сидят, самки, они давали, вот там самки сидят, они давали 2 яйца, 3 яйца и все. А здесь я вам потом покажу, сколько там яиц и сколько там оплода. И вы, ну и посмотрим, из-за чего все случилось, почему все случилось. Будет очень интересно. Там прям очень классно все получается. А вот здесь, вот в этой клетке, здесь, друзья, увы, до сих пор ни одного яйца. Вот они сидят. Это уже вторых птенцов выходило. Это вторую кладку начало делать. А там все никак. Сейчас, кстати, проверим. Может, сегодня снеслась, не смотрел. Я думаю, может, надо самца поменять. Хотя, при чем тут самец, если самка не несется? Вот, пожалуйста. Всякого барахла отсюда нас собирали, а яиц нету. Я специально все высыпал, чтобы, знаете, у нее был интерес снова строить. Таким образом, она сама себя стимулирует на кладку. Допустим, вот если такие ситуации, можно, знаете, выкидывать все с гнезда. Ну, если она реально долго у вас сидит, если она там сразу строит, а потом несется, вы не лезьте. Ну, а то, чтоб яйцо, ой, гнездо поправить не могу. Все, ждем. Здесь ждем яйца, здесь ждем птенца, здесь вторая кладка, ждем птенца. Здесь вторая кладка, очень хорошая. Первая два. Вторая, там то ли 4, то ли 5. Я их пока не считал. Маленькие. Считать вам тоже не советую это. Вот когда они у вас вылетят, сами самостоятельные станут, осенью посчитаем. Соберемся, специально видео сделаем, эфир прямой включим. Будем подсчитывать осенью своих цыплят. Кто чему научился, кто чего добился. 26-й день. Но вот те товарищи были на 25-й день, по-моему, такие же. Это они такие стали крупные на 30-й день. То есть буквально за 5 дней кенаренок набирает вес достаточно существенно. Ну, я думаю, эти тоже наберут через 5 дней. Будут такими же крупными, такими же статными. На этом мы заканчиваем нашу трансляцию. Всего доброго. До скорой встречи. Подписывайтесь. И будет вам все хорошо.